Всем здрасте, ребят! Сегодня мы играем за призрак, за Колю. И карта у нас Хэдденфилд. Игра земли, поскольку мне что-то прям очень сильно это зашло, и я решил попробовать еще раз так сыграть. Да, еще раз, и еще много раз. Как-то так. На улице чинили. Так, хорошо. Прям здесь точнее, нормально? Придется ему скинуть. Так. За следующим. Хорошо. Ну, чел. Это все, это второй. Нок. Так. Что он пытается сделать? Так, неужели это мне закинули таких ребяток, чтобы я типа такой, ну, не парился, да? Так, он пошел того поднимать. Нет. А где он? Чувак, где ты? О, тю-тю-тю. О, тю-тю-тю. Хорошо. Так, он сейчас будет поднимать остальных. Нет. А что с ним не так? Он даже не пытается остальных поднять. Ха-ха, вот, да. Вот таких, конечно, мне надо. Только пачку просто мне. Можно целую таких? ГГшечка. ГГшечка. Ну, не будем их оставлять от земли, правильно? Откисать, собственно. Поэтому сейчас их просто развесим. Неудачно. Так. Второй прыгает. Так, второго тоже не ждал успех. Хорошо. Фенга тоже не смогла. Ну что ж такое-то, а? Ладно, давай. Спрыгнешь, я тебя даже повешу второй раз. Ну да. Немного не так это должно работать, но... Вау, 4% не прокнуло. Это нужно отметить, я считаю. ГГ. ГГшечка.